Ой, сегодня сама проснулась в 7 часов. Вчера был необыкновенно длинный какой-то насыщенный день. Мы с мужем вчера лежали и думаем, мы только сегодня прилетели. Боже, сколько событий прошло. Как будто мы уже неделю здесь по насыщенности. Мы увидели столько своих друзей, партнеров. Вы знаете, опять же, всегда говорю, мне говорят, Тань, почему Кораклаб 11 лет? Потому что это не просто про деньги, это окружение, это друзья, это единомышленники, это общество людей, которые дают тебе вообще заряд на всю лучшую оставшуюся жизнь. Это такие ценности. Вообще, когда у людей есть здоровье, есть деньги, есть свобода, у них совсем другие мысли. Поэтому находите в себе такое окружение. Помните, когда я дома провожу эфиры, я всегда замеряю pH-тестером pH воды. Так вот, вот здесь я заметила, что в Турции, может быть, эта фирма такая, может быть, в отелях такая вода, не знаю, в масс-маркетах здесь не покупаю ничего. Вот, всегда есть отметка pH воды, кислотно-щелочной баланс. Поэтому вот эта вода 7,7, то есть это слабощелочная вода. Но, конечно, все равно я добавлю туда Coralmine, потому что Coralmine это не только ощелачивание, это еще и оживление воды. То есть это отрицательный заряд, где-то будет минус 200, минус 250, но вот такую бутылочку сейчас концентрированную сделаю, плюс 70 минералов в микродозах, плюс легкое поверхностное натяжение, то есть вода смешается с межклеточной жидкостью, с внутриклеточной и межклеточной жидкостью. Не знаю, не успела снять. Там самолетик летел. Вот он. И вот, ой, очень красиво, но я долго кайфовала. Короче, вот он летел на фоне гор. Самолетик. Очень. Вот, посмотрите, как красиво. Горы, самолетик. Вот он. Ой, как же красиво. Даже не... Ой, я могу на это очень долго смотреть. Очень. Ой. Вот этот вид вообще можно вообще любоваться. Это что-то невероятное. Короче, мы пришли на пляж. Става вообще никто ничего не знал. Вот, поэтому давайте попробуем. Сейчас буду разводить и буду пить. Ощелачивает организм, жидкая капельница, можно сказать, горячий укол, просто песня. Видите, я сама не знаю, что это за задание, но я их буду выполнять, потому что... А вдруг на Бали? У нас были до этого в компании 2 или 3 конкурса, и выиграла моя коллега из Воронежа. То есть вообще не под... Так, напоминаю вам про нашу с вами затею выиграть путевку на Бали. Что для этого нужно сделать? Первое, это зарегистрироваться по моей ссылке вот в этом, для участия в этом марафоне. Второе, купить продукт Ocean Min, доставка в любую точку мира. Это комплекс щелочных минералов, кальций, калий, натрий, магний. Вот, и третье, это выполнять 7 заданий, они скоро начнут приходить. Один человек в воде, подплывает корабль, ему говорят, вам помочь? Он говорит, нет, спасибо, Бог поможет. Потом другой корабль, вам помочь? Бог поможет. Тут он тонет и попадает. Один человек в воде, подплывает корабль, ему говорят, вам помочь?
Он говорит: нет, спасибо, Бог поможет. Потом другой корабль: вам помочь? Бог поможет. Тут он тонет и попадает. Как это работает, крутяк! Это вообще чудеса!